Оставлена заявка на смену вашего контактного номера. Вы подтверждаете данную операцию? На смену моего контактного номера? Простите, еще раз напомните, как вас зовут? Валерия. Валерия, угу. Нет, я такой заявки не оставлял. Странно. А кто это мог сделать, вы знаете? Кто-нибудь из третьих лиц имеет доступ к вашему личному кабинету? Нет, не имеет. Пластиковую продукцию банка не теряли, никому не передавали? Нет, никому не передавал. В таком случае мы фиксируем попытку мошенничества по протоколу 5.51 по регламенту банка. На данный момент зафиксировано несколько попыток хищения денежных средств со стороны работников банка. Укажите, в каком отделении вы В каком отделении я обслуживаюсь? Да. Я обслуживаюсь в киевском отделении, площадь независимости, то есть Майдан Незалежности. Уточните город? Город Киев. Город Киев. Да. По улице Независимости? Майдан Незалежности, да. Ну, то есть улица Независимости. По какому вопросу обращались в данное отделение? А я обращался по вопросу, так, сейчас скажу, это было вот на прошлой неделе, по вопросу выпуска пластиковой карты. Выпуск карты. Какой тип имела данная карта? Какой тип карты? Да. Так, сейчас вспомню. Тип карты, тип маэстро. Карта маэстро. Скажи, вам карты выдавали герметично упакованные в конверте с мокрой печатью нашего банка? Нет, силиконовые. Повторите. Силиконовые, не герметичные, силиконовые. Какие силиконовые? Ну, обычно вы что, не знали, что сейчас силиконовые карты выпускают? Силиконовые карты? Да. А вам в конверте выдавали силиконовую карту, либо же нет? Нет. Не в конверте. Не в конверте, то есть не герметично. Нет, нет, нет. Хорошо, я вас поняла. Вы там на всякий случай сходите к доктору и проверьте на венерические болезни, так как не герметичная силиконовая карта была вам выдана. Давайте. Всего доброго. До свидания.